Умом, наверное, не понять, но съемки в режиме мне нравятся. Особенно съемки вот такими крутыми камерами. Это далеко не телефоны. Телефоны никогда такими не будут в природе своей. Потому что мы видим полное отсутствие фона как такового, потому что это очень крутые камеры. Чем нам еще нравится то, что я вам показываю? Буквально 3 минуты назад там галки так крутились. Они, наверное, собираются улететь, но это отдельная тема разговора. Мы не собираемся никуда улетать, мы собираемся зайти в это самое милое место, где есть пивоварня. Можно и хоккейные матчи посмотреть, а можно и просто получить удовольствие. Отличий много перед стандартным вещанием и нужным. Я честно занимался всем. Но в большей степени после 2006 года занимаюсь нужным вещанием. Нужное вещание не только в картинках, но и в событии. Событие нужное для всех. Мы продолжаем пить пиво лучшее и объяснять радость пива Верхнеуральского. Пожалуйста, вот вам нравится пиво, а Верхнеуральское, почему оно вам нравится? Ну, насыщенный вкус, не фильтрованное, то есть никаких, то есть оно вареное, то есть они не из каких-то там неизвестных ингредиентов. Удовольствие работает, правильно? Конечно. И мы даже знаем, как оно работает. Потому что ничего другого, по-моему, ни в одном ларьке, блин, магазинах этих дивных не существует равного Верхнеуральскому пиву. Ну, да, да, однозначно. И у меня возникает дивный вопрос нашему государству. Потому что не так-то давно я посмотрел по эфиру РТР, это вопрос естественен. Все же говорят, что у нас алкоголь запрещен. Но вино рекламируется, 8-минутный сюжет такой, нормальный, хороший сюжет. Еще другая тема возникла, чуть-чуть дальше. Прям следующий вариант был, когда они этот Карлсберг, вот это, которая пивоварня, которая много чего выпускает, которая все время забрала Балтику, начала выпускать. И тоже 8 минут сюжет. Что-то я либо тупой, либо я сразу такой. Что касаемо, куда мы зашли. То есть, ну, я подумаю, может быть, это я сделаю в эфире. У нас главный принцип заключается в чем? Наш главный принцип заключается в том, чтобы человеки магнитогорские, ну и жители ближайших районов, наконец-таки поняли, что лучше, качественнее пиво не существует в природе своей. Вы должны это понимать. Потому что я работаю бесплатно, я работаю для вас, ребятки. Не убивайте себе, алкоголя нормального нету. Лучше спокойненько взяли столько, сколько вам нужно, и получили удовольствие по самой кривые помидоры. Кривые помидоры. Да-да-да, у меня этих кривых помидоров очень много. Потому что, да, прицепилась эта штука ко мне. Но она пусть и будет, потому что, ну, бывают разные товарищеские дела. Но я все-таки думаю о новостях. Какие новости у нас сегодня и приходят? То есть, в скором-то времени мы вам покажем Жигулевское пиво. Да, мы там практически все сделали, но теперь мы вам покажем, что Верхнеуральский пивной завод начал выпускать еще и Жигулевское пиво. Итого 7 наименований. Ну, кто еще может сделать больше? Ну, кто еще? Да никто. Да. Хотя, в принципе, на улице всего лишь 7 часов, но уже наступает темно. Ну и что, что у нас наступает темно, когда у нас есть лучшее в мире пиво? Какое наше лучшее в мире пиво? И даже не думайте ни про Балтику, ни про все остальные местного разливающие конторы, которые рано или поздно поглотили западные усрачки. Не-не-не, у нас нету западных усрачек здесь, потому что все это делается в Магнитогорске. И если мы заходим сюда, рядышком с торговым центром «Тройка», мы пьем то самое пиво. Не каждый видит, но может сенсей оценит то богатство красок и полное отсутствие шума. Я молюсь за него постоянно, а с реальной проблемкой каждый день. Если честно, то суть нужного сюжета в качестве и картинки, и в смысле жизни. Ведь можно скатываться, а можно работать. Мы холим тему пив завода лучшего. Пиво богатого и очуменного, пиво с новинками. Пиво Верхнеуральского с тоником Жигулей.
То есть к богатству выбора добавляется жигулевское пиво. О, Самара, не подкачай. Да, я вам немножечко фразу скажу главную. Наша главная фраза, во-первых, объяснить вам, что когда вы заходите в пивные бары, где вы берете верхнеуральское пиво, пиво абсолютно нормальной ценовой категории. Просто оно вкусное. Не все как говно, которое вы покупаете в других местах. Это отдельная тема. Но к этому пиву здесь очень много нужных вещей, на которых вы можете купить себе не проблема. То есть сыры, косички. Это красивое. Я никогда в жизни в Советском Союзе не думал, что у нас бывают сыры копченые. Да, сегодня сейчас есть. Рыбочка разная. В данном случае, ну, если мы говорим про тройку, то, конечно, вы не увидите то, что, куда мы сейчас поедем. Мы поедем обратно на Комсомольскую 25. Вот там рыба разных сортов. Там все красиво сделано. А здесь она резаная. И, в принципе, когда вы берете резаную рыбку, то есть у вас уже не будет никаких проблем с зубами. То есть это все уже сделано для вас. Ну, естественно, очень интересное мясо разных сортов, разных сортов. Бывает и курица, бывает и кабан, бывает и индейка, бывает заяц. Ой, да, тут все нормально. То, что нужно, то, что нужно. Это хорошая тема. Зайдите и попробуйте. И вкусите лучший сорт изумительного пива. Только что закончился фестиваль наш, да? Мы выиграли. 4-2 выиграли. Отлично. Красавцы. Юбилей Рашникова мы победили. Сегодня юбилей Виктора, да, Филипповича Рашникова. Сегодня ему 75 лет. Да. Мы выиграли. Молодцы. Можно поздравить, да? Можно поздравить. Команда хорошо поздравила. Ясненько. Вопрос такой. Какое пиво вы сейчас пьете? Свежая, вкусная. Верхнеуральская, да? Нет, жигулевская. А, новая жигулевская, свеженькая, хочу, да, попробовать. Фирмы Карлсберг. Сделано вкусно? Офигенно вообще. Можно рекомендовать? Ну, я уже 3 года его пью, прям просто балдею всегда. Постоянный клиент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, да ладно. Ну, да вообще, как бы очень сильный интерес мне сегодня пришел в моем материале, который я сегодня снимаю. Сегодня у моего брата день рождения, и у моего лучшего специалиста, на которого я работал 9 лет, день рождения. Что это за день рождения? Это день рождения Виктора Филипповича Рашникова. Да, хороший вариант. Это было все красиво. Когда я сюда пришел, я чуть-чуть опоздал, но. Металлург также подарил ему победу. Это было красиво и ровно. 75 лет, отличный вариант. Дай-то бог, что еще подольше и покрасивее, потому что, ну, я, в принципе, работал на него лично, однозначно было такое событие. Хотя я всегда любил и его, и брата. Это были крутые специалисты, они, ну, брат, к сожалению. Ну, хоть Филиппович, да, это бог, максимально долго. Это железобетонная практика. Мы пришли сюда. Куда мы пришли? Я на улице ничего не стал снимать, потому что там дополнительного освещения нет. Ну да ладно, мы здесь показали. Не дополнительное освещение, а дополнительное качество. Дополнительное качество нам говорит, что, в принципе, здесь вы можете есть. Вот здесь вы можете, просто смотря хоккей, можете кушать вот чисто русское блюдо. Что такое чисто русское блюдо? Чисто русское блюдо – это замечательные наши, рыбки разного типа. Но наша событийность немножко другая. Почему я вам объясняю дивность сытья, события, которые есть благодаря тому, что у нас есть верхнеуральское пиво, а однозначно вы пьете изумительное пиво. И пейте только его, я всю и всем всегда. Даже тогда, когда у меня был свой ресторан «Советский Союз», также всегда говорил, что лучше пива не существует в природе. Сегодня и сейчас еще дополнительный вариант – жигулевское пиво. И мне самое главное, чтобы вы в своих мозгах это дело поняли. То есть удовольствие качественного пива делается только там, своими руками. Посмотрите внимательно мои дивные сюжеты. Это свои руки они делают. И в этом пиве димедрола нету. Не буду ничего говорить, но нету здесь димедрола, нету спирта.
нету идиотского отношения. Здесь люди спокойненько получают удовольствие. Люди спокойненько. Обратите внимание. Они... Вы видите здесь хоть одного пьяного человека? Нет, конечно же. А если бы это было случилось, ну тогда были бы другие варианты. Поэтому давайте пить качественное пиво, которое вам выдается. Оно, конечно, стоит небольших денег. Ну, не столько, сколько димедрольное пиво, которое хранится энное количество суток. Пиво хранится. Пиво хранится 7 дней. Охлажденное пиво при минус 4 градуса, плюс 4 градуса, ну, удлиняется вопрос. Это пиво вы пейте и получаете удовольствие. Итак, мы поднимаем бокал за человека, героя труда России. За него, но не забывая о том, что такой же Магнитогорец вернул нам лучшую тему. Магнитогорск не славился пивом. Пиво лучшее, Верхнеуральское, славится этим. А от нас до Верхнеуральска 40 километров по прямой.